Мифом микробиологи назвали утверждение, что клещи якобы игнорируют нетрезвых людей. По словам специалистов, кровососы реагируют на определенные молекулы, к другим же они безразличны. Паразиты поджидают жертву на высоких, чуть меньше метра от земли, травинках, четырьмя лапками держатся, остальные четыре выставляют перед собой, чтобы прицепиться к проходящему мимо человеку. Далее он ползет вверх и ищет наиболее нежные места, чтобы впиться. Это может быть шея, мочки ушей, ягодицы или подмышки. Ученые говорят, что во время своих исследований кровососы могут присасываться несколько раз. При этом жертва это даже не почувствует. Поэтому приносить клеща в лабораторию советуют, даже если он только ползал по телу. Что же касается Челябинской области, по состоянию на 1 июня в медучреждение обратились более 6 тысяч покусанных южноуральцев.